Так. Вот, вот, все, все. Плохое уходи, хорошее приходи. В смысле размытый? Ты представляешь, как Game Gear выглядит? Такая маленькая хуйнюшка. В смысле он размытый? Он наоборот четкий здесь. Фу. Черт, фристар. Я не думал, что это будет настолько ущербно. В смысле, изи? Они мне предлагают с самого начала на изи играть? Не, ну я могу как бы на изи поиграть, мне не против, если игра сама предлагает. Ладно. Там все поменялось снизу, да? Вроде. О, вот это бупс! А почему она одноглазая? Она циклоп, сисястый циклоп, нормально. Как ее зовут? Пинк ее зовут. Ну я по титрам вижу. Там это Пинк на меня, йо! О, господи. Что за жесть? Что с ВПС? Ничего. А что? Чё, мне нравится? Норм же. Че оно в него не попадает? Так как оружие отменять? На старт? Тут паузы нет, что ли? Чего, Бас приближается, Бравамен. Давай, Бравам... О, господи. Ты чё такой? Ты чё такой здоровый-то, алё? Еба. Сколько в тебе FPS-то, босс, блядь? Чё такое, блядь, FPS здесь ебанский? Слайд-шоу, блядь, смотрю просто. Сука, один порт другого лучше, ядрить. Ай, жесть. Ну, мне, конечно, сейчас очень интересно, насколько они вырезали здесь игру. Хера себе меня понесло. Так, давай не будем стрелять до пчелы. Так, стоп. Бля, пчелы, пожалуйста, не жужжите нахуй.
Да съебались. Отстань. Да отстань. Так, короче. Беги, пожалуйста. Бля, вы кто? Вы здесь должны быть? Пинки Роудер. Есть курить. Так, а почему? А почему ты стоишь? Что-то происходит-то, ядрить! О. Ты в кого целишься? Вот, а вот туда целишься, правильно. Да не туда. Червяк был на гире? Наверное, был. Так, окей. Это мистер Грин, да? Да ладно, это еще что? Серьезно? Это что вообще такое-то, блядь? Блядь, ты чего? Ты чё, блядь? Ты нахуя, блядь? Ой-ой-ой-ой, все, ну это песос. Он на какой-то ляд взял мне оружие дополнительное. А без самонаводящего-то здесь жопа будет. А что, не тележку не могли сделать, как в оригинале? Это очень странно. В оригинале была типа тележка. Уже? В смысле Seven Force, блядь? Ты что, угораешь? Это весь уровень? Ну это что-то, блядь, очень странное. Дамс. Дамс, конечно. Не, ну лазы, конечно, имбовая хрень. Их нахуй. Че, можем вот так сделать? Мне так что-то долго. Блин, какого хрена этот уровень настолько короткий? Этот уровень в оригинале идет, наверное, минут 7, муж 8. Здесь он просто... Ага, даже еще и так.
Бля, это будет сложно. Может и нет. Не хватает звука стрельбы прям вообще катастрофически. Это все? Или еще одно? Так, вот это будет сложно. Воу-воу-воу. Не похитришь, блядь. Да хорош. Не дает хитрить, ты посмотри. Ну, теперь ты готов? Ой, блядь, магнум. Ёбаный стыд! Ой, а так он здесь медленный. Капец. Давай, обойму перезаряжай. Как будут стрелять все. Хорош. Ну это победа. Изображай звук там, пиу-пиу, я тебе что, этот что ли какой? Иэн Макгрегор? Который это, каждый раз, когда на мечах сражался, я с духовных делал так жж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 
Просто потому что. Да-э-э-э! А чё он дамажится-то? Они ж просто... Схуяли они вообще дамажут-то меня. Уи! Блин, мне не хватает самоводящихся патронов. Здесь должны быть парочку ящиков. Я надеюсь, хоть в одном будет. Ого. Что-то необычное. Хм. Что-то прям очень необычное. Чего вот эти такие долгие? Они же вообще дно, блядь. А что, так можно? А он сможет? А он не сможет. Поехали. Да чё, блядь, чё ты стоишь-то, ядрить? Давай, прыгай. Да господи, что происходит? Да, блядь, прыгай. Господи, как же она лагает, эта игра. Байсон! Байсон, сука! Чё, я не могу вниз стрелять? А ты чё тут вообще делаешь-то? Ну давай, пока. К чему это было?
Просто здесь мы должны были прийти по этому подъему вот в это место. Но почему-то нас телепортировало тупо. И отсюда. Хуя там ХП у меня, слышь? Откуда? Какого? Слышь, давай умирай. Пизда рулям. Серьезно, что ли? А как меня так убило-то? О, да ладно. А, спасибо. По-братски. Ну, хоть самонаводящиеся патроны вернулись. И то, блин, отлично. Как он в слоумо все-таки отлетает эпично. Так, вот эти штуки ломаешь? Блять, ты, блять, ломаешь? Нет, что ты, блять, делаешь-то? Так, вот так, давай, поехали. Да иди ты нахуй, играю. Можно я возьму это? Алло. Да, блядь, дай ты запрыгну. Да ну это пиздец, что, откуда пульта столько, блядь? Что за... Почему пули не летят туда, куда нужно? Блядь, ты издеваешься? Дай возьму, блядь. Пиздец. Ну это пиздец какой-то. У меня, блядь, слов нету. Чё это, блядь? Стреляй. Да ну это ж... Блядь, я ебу. Чё происходит-то вообще? Охренеть просто. Да тут не в лагах дело. Вот дело в том, что слишком пуль много на такой маленький экранчик. Ну. Бля, в пизду. Ну серьезно, эти штуки, короче, в оригинале ломаются просто с двух выстрелов. Или с одного даже. Здесь им надо, сука, миллион засадить, и только после этого они сдохнут. Это, конечно, охереть. Байсон босс! Байсон босс! Да он меня убьет. Да у меня все хп не осталось. Тупо у него 35 хп было. Охренеть, два конта уже здесь слили. Я, конечно, в растерянности. Че, что дальше-то будет? Там просто есть такой уровень, который вообще пиздец. Его тупо при всем желании, блин, без домоганий пройти. Мне еще интересно, что они сделали с этим. Комнаты с кубиками. Очень интересный момент. Так, пошли, чё? Можно я пройду? Просто вот пролечу, блядь, буквально. Да, блядь, они не ломаются просто никак. Ну ладно, у нас хотя бы ХП есть. На остальное вообще наплевать. Что-то игра, короче, не ушла, что я так могу. Кто придумал делать их такими жесткими? Эти платформы. Пиу-п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 иу
Вот есть одна проблема. У меня 21 хп, и тут следующий босс. С 23-м, да. Что-то они ему слишком дохера, по-моему, жизни здесь дали. И откуда? Ты угораешь, что ли, блять? Это чё ж юмор у тебя такой играет? Какой нахер смысл? Чего? Блин, я просто... Я понимаю, где хп взять. Но, блин, есть проблема. Эти блоки не ломаются. И пуля не спамит столько, что я ядрил. Как я должен с этим бороться? Ну это просто дичь какая-то. Очередная дичь геймгеровская. Ну я хуй знает, что еще тут сказать. Можно я сломаю хоть одну из этих штук? Блять, ну это пиздец какой-то. Ну что я еще должен делать? Просто, блядь, лететь. Я даже паузу не могу нажать. Потому что паузы в игре нету. Ядрить. Ты видел, что случилось? Я чувака сквозь пол кинул, он с потолка упал. Ты видел это? Я ядрил. Ну-ка, подкинь меня. Ой, ты сейчас доиграешься. Я залезу. Нет, ну вот. Дай чуть-чуть просто вот так вот сделаем. Ебать, это чё, этот что ли тебе? Какого? Bullet Hell что ли какой-то? Откуда пульт сток? Так, ну вот нормально, более-менее. Более-менее нормально, 131 хп. Байсон, давай не подводи меня. Ты босс-то ни о чем. Просто слишком много он кидает всякого говна. Че это за звук? О, да, Джонсон. О, да, да. Что это? А босс выйдет? Ну ладно. Сейчас ты все. Заебись. Выкинь нахуй его. Я ещё, блядь, сам швырну нахуй. Блядь, чё он не дамажится? Дамажьте, пожалуйста. Блять. Проблема.
Ой, я победил, что ли? А куда я успел-то? Хера себе. Окей. Я не против. Уровня с кубиками не будет, я так понимаю. Ну ладно. Ясно, понятно. А босса тоже, значит, не будет? То есть потом, на босс раша. Или что? Прикиньте, ломаются без проблем. Интересно. Диамс. Давай пойдем. Хоть меня кидать, блять, алло. Так, короче, ладно, ясно, понял. Блять, огонь падает. Это прям как назло. Хочешь нормальную какую-то вторую оружку, а тебе дают, блять, огонь. Который самонаводящийся просто вообще не очень. Возвращение весомый. Пули вы сегодня попадать будете? 159 хп, нормально. Супер С спиритс? Это еще что такое, блядь? Какая-то новая контра, о которой мы ничего не знали? О! Let's fight with me. Bare knuckles. Голые кулаки? В смысле? Ё, почему? Хоть меня кидать, блядь, алё. Блядь, а можно вот так не... Чё это такое? Сколько, блядь? 20... Да ты слышь, блядь, охуел, что ли? Чё это, блядь, такое? Пошёл ты нахуй. Что, блядь? Идите в жопу со своими, блядь, драками на кулаках. Во! Внимание! Босс приближается. Финальный великий солдат. Действие. Очень любит танцевать. Ну давай, не до Байсон. А ты что, такой же, как и в предыдущий раз, что ли? Или что ты другой будешь делать? Твою мать, и откуда? С самого начала, что ли? Бля, ты угораешь, что ли? Ты чё, игра? Ты, ну это дичь какая-то. Да, блядь, бей! Чё ты встал-то, блядь? Пиздец. Да брось его нахер.
Да куда блок делся? Да, это уже последнее. Ну ладно, давай хоть так. Ты, блядь, я потерял себя. Брось его! Во, я угорю, если уровня в космосе не будет. Это будет так классно. Это будет очень круто. Мне так не хочется его проходить. А если его не будет, то это будет вообще норм. Что за контраспид? Ага. Иди ты нахер! Хорошо. Блять, возьми ты это хп. Так, ну мы в более хорошей форме. Они нам скипнули целый уровень. Который долгий, самый. Потому что там нужно по доске пройтись. Чуть ли не через каждую комнату. Подраться с каждым боссом. На каждой клетке, блин. И после этого сразиться с еще одним боссом. А хуй бы нет. А че он такой борзый-то, слышь? Ты давай так не дамажь. Блять, его каждая атака двадцатку снимает. Я и дрил. Не надо. Байсон, блять. Байсон, 300 хп. Байсон, 200, блять. Байсон, умирай. Фу, Байсон умер. Все, спасибо, Байсон. Блять, вторая фаза. Ёп. Пушки, воробушки, не надо. А че он не дамажится? Да ну это все, это посос. Вот это уже нечестно. Просто, ну, в оригинале так он не дамажил. Он вообще, блядь, ничтожный босс. Я, по-моему, я пока стою, я пытаюсь что-то выбить, я больше хп трачу. Ты, блядь, опять огонь, ну? Нормально. Мне бы этого танцующего солдата победить с минимальным дамагом было бы вообще замечательно. Тут рандомный дроп на пушке. Ну, возможно, что он не рандомный. Просто я в эти тонкости не вникал. Возможно, тут глобальный таймер, типа того.
Да какого хера-то? Как ты чувствуешь эту грань, чтоб я тебя не уработал, блядь? Так, блядь, слышь? Да как, блядь, умри нахуй. А, конечно, блядь, и хилка осталась с левой стороны. Ну, охерительно, вообще прям огонь. Спокойной ночи, весомый. Капец, конечно. И вот у меня сотка хп. И вот мне что-то подсказывает, что я сейчас опять буду заново начинать. Что-то сегодня духота одна прям, я вообще вот не могу. Да давай. Да блин. Красиво было. Да в смысле? Шо вон? А ничего, что его это вообще не задамажило? Конечно, блядь. Конечно. Огонь. Ну, все-таки надо было на изи играть. Пока игра предлагала. А то что-то это... Это ладно. Уже не важно. Пошли, блядь, чё ты стал-то? Да хорош, блядь, чё это такое? Чё за... Бля... Ладно, нормально. Блядь, и кто меня задамажил? Пацан, завязывайте меня дамажить. Потому что не смешно. Блин. Да я не выжил. Мне проще слиться. Да ну это бред какой-то. Я думал, ты все. Это баг какой-то или что это? Я бы просто проверил бы это. Потому что это очень интересно. Давай. Бля. Блять, да какого хера тут паузы нет? Это баг. Это баг. Просто тупо кидаешь врага в тайминг и все. Бесконечно. Не, ну этого, конечно, охереть.
Проблема в том, что этот босс не приземляется на землю. Так что и бросить его не получится. Вторую фазу можно. Да, ну это понятно было. Это все было понятно. Да кто меня, блядь, кинуть-то, блядь, умудрился? Ты чё там, блядь? Кидатель 228. Пошли нахер. Отстаньте. Да когда, блядь, я успел 40 хп-то потерять, блядь? Алло. Игра. Блядь, почему она мне все время огонь дает? Меня это бесит. Дайте какое-нибудь другое оружие. Кого-то другого оружия в игре нет. Вариантов, блядь, до хера. Ты можешь его кинуть? Не густо. Да блин. Воу! This hole is dangerous. Хорош! А нет, смотри, не работает. Я думал, сработает. Хм. Или работает, я не понимаю. Серьезно. Но выглядит так, будто бы это работает. Какие-то спидран-страты прям у меня. Давай. Да. А, блядь. Да пули-то летят уже сегодня, нет? Где они, блядь? Окей. А его что, блядь, больше одного раза нельзя бросать, что ли, или что? Да иди ты, блядь, в пизду. Какие-то очень плохие игры, прям вообще беда. Ну чё ты встал? Чё ты делаешь?
Тебя можешь стену сломать, то алё, ебаный стыд. Сломай нахер ее. Блять, что с тобой? Беда, конечно, давай, блять. Все, блять, просто. Ух, мать твою. Вот это поворот. В воздухе запахло победой. Ну давай, давай, дохни. Пожалуйста. Ух. Поехали. 171 хп. Нормас, нормас, нормас. Хорош. Красиво. 211 хп. Ну давай. Раз, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Нет. Да, блять, повернись ты, ну. А. Теперь главное все сделать по уму. И не лезть на рожон. В принципе, с более усиленной пушкой зеленой, я думаю, мы справимся. Она вон сколько пули выпускает, нихера. Давай, давай. Да, ёпт. Ебать. Да хорош! Ты чё такой резвый-то? Ведь ему ещё дамаг не прилетает. Потому что он это мигает. Сика. Ой, надо было прыгнуть. Так чё он, блядь, стоит-то в айфреймах? Чё за хуйня-то вообще? Можно мы с ним будем драться, а не он, блядь, будет меня бить тупо? То это просто как нечестно. О, да он реально, он стоит и нихуя не... Кинь его, блядь! Чё ты, блядь? Что за пиздец? Ну вот что это? Он просто стоит и он непобедим, блядь. Это ненормально. Твою мать. Хитро жопа-то как. Хитрый пёс. Да как, когда ты, бля, как ты заебал. Давай ты умрёшь, блядь, а я победю. Твою мать, нет, пожалуйста, живи. Нет, пожалуйста, живи. Да ну нет! Сука! Успокойся! Тихо, тихо! Да блять, иди в пизду, мудак, блять! Что вы меня, блять, сегодня бесите-то, ебаный стыд, блять! Игры! Давайте, блять, проходите! Проходите, иси! Да, блять, ты еще нахуй мне тут будешь, блять!
Не, а второй раз так не повезет, я прям больше чем уверен. Они ж мне сейчас хер дадут этот. Как у него? Да где хилка-то, ёпты? А ты, блядь, ты посмотри. Ха! Ну, спасибо. Повезло. Кто там, блядь, из-за экрана стреляет? Кто там охерел совсем? Сдохни давай. Насчет этого я не знаю, туго не туго. Они срезали несколько уровней. Так что хрен его знает, что тут мне сказать. Ну вот это было хорошо. Мудак. А можно я... Блять. Конечно же нет. Чё ты вообще взял, что ты можешь, блять, что-то просить у игры? Хилку не дали взять, скоты. Короче, по тому врагу 5 ударов, по-моему, просто и все. Блин, просто ощущение, что разработчики нихера не поняли, что от них хотели. И сделали просто... Что-то. Непонятно для кого. Так, а вот в этот раз хорошо прям. Да? Прям красиво, я бы сказал. Давай-ка ты умирай. Хорош. Разработчиков нет уважения к Чику. Они приходят к нему на стрим и просят поиграть его игры. Но делают это без уважения. Of course. Что-то обидно, честное слово. Ой, как я красиво сейчас вошел. Сдохни, пожалуйста. Прям просьба для тебя. Регулярная такая. Сдохни, пожалуйста. Да слышь ты, блядь, D1000. По-моему, он сдох. Да? Сдох? Вали отсюда нахер. Хуба! Боу! А тут будет Brazers? Когда маленький человечек эту девочку что-то с ней делает непонятное.
Но он делает это сзади. О, да. Как же без этой сцены. Ах ты негодяй! Армия извращенцев. Я понимаю, Каири, почему ты возмущаешься. Потому что игра могла бы быть лучше. Но кто-то сделал ее херней. Чуть-чуть. Ну и чё, уровень на космолете будет? Мне просто интересно. Не, метр. А можно мне вон на ту штуку на задний план? Что происходит? Может мне не стрелять, может мне просто идти? Ой, меня кто-то задамажил. Вау. Давай просто буду идти. Бля, я думал, это все, короче. Ну это нормально. Бля, пацаны хорошие. Не видите, я иду. Так, ну уровня на корабле нету. Это уже интересно. То есть, подожди, после этого будет. Что после этого будет? Что я. А Виктор Мэн выйдет? Ну ладно. Гидрить из-за этой скорости порой от пули даже уворачиваться по сути не надо, она такая медленная. И все? Это все, да? Хорош. Я что-то порой просто не понимаю, что-то они облегчили, что-то они усложнили. А что, нельзя было оставить так, как есть, и просто запихнуть в игру босс раш все-таки будет, да? Ага, окей. Что это? Крив вулкан шот? Ну окей. А ХП у них будет высвечиваться? Ну да ну. Бля, ебать. Вот это да. А он вообще вниз стреляет? Стреляет, походу. Я же хотел сказать смысл за этого. Чумардяй! Так. А второй будет? Будет. Да плевать. Ну и что ты сделаешь мне? Ох. Руки джампайся отсюда, ну. Так, а шарики здесь полетят?
полетят, нихера себе, вы чё? Блин, видите, сколько по ящикам нужно стрелять? И чего ради? Даже так? Так, нет, это я брать не буду. Че, ничего не стреляет здесь? А, нет, стреляет, смотри. Так, кто тут? О, ёпта, мать. Пузырятор! 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 Шла нахуй, стерва. Блин, как мало пространства, пиздец просто. Давай ты будешь попадать. Хотя бы. Ну, хотя бы попадай, алё. Что за жуть-то, блядь? Куда ты, ёпты, полетел? Не надо. И чё? Можно я на крышу сяду, блядь, и буду стрелять по вам? Ну так, прикол ради. Нормально. Да ядрить. Наставили этих пушек, которые не убиваются ни хера. Ну что это такое? Ну что я с ней должен делать? Ну серьезно, она в оригинале с двух выстрелов или с трех убивается. Здесь, блядь, ее чтоб убить, это просто... Как по боссу, блядь, нужно стрелять. Чё там? ХП? Спасибо. Мне, правда, не хватит один хер. Сколько у него? Бля, опять 400, ты издеваешься? Нахер ему так много ХП? Ага, и снимаешь ты по 200, да? Кошмар. Нихуя это еще что такое, блядь? Слышь, блядь, алё. Ты хорош, чё это, блядь, такое? Да я тупо не успеваю. Слышь, завязывай. Да идёшь ты нахуй. Ты чушь какая-то. И чё ещё скажи заново, с самого начала, да? Ты, блядь, охуела игра, вот я тебе серьезно. Без шуток просто, что это? Пиздец. Меня сегодня просто дизморалит все. Что за ад происходит, я не понимаю. Да консоль тут ни при чем вообще, по большому счету. Просто тупо игры такие. Разработчики виноваты.
взять охерительную игру и испоганить ее своей вот этой какой-то неоправданной сложностью, которая нахуй никому не сдалась. Не, ну вот кому это нужно-то вообще? Я, конечно, понимаю, что я сам выбрал нормал, хотя мне предлагали изи с самого начала. Но, блин, чё-то как-то не солидно. Я вроде бы игру-то проходил. Сеговскую, правда. Да, ёпт, карапуля сомнения просто было. А стоит оно того? А то сейчас, блин. Красавчик. Взял хп, просрал хп. Залезь, спасибо. Ну, давай. Сраный лобстер. Вот стреляй туда. А что, так можно было? Охуительный босс. Не, он меня все равно, конечно, дамажит. Но, блин... Мне не нравится следующий босс. Вот со следующим боссом будут проблемы. Ну и с последующим. Если он, конечно, будет. Ибо я хер знает. Они могли схалтурить. Или еще лучше, они могли... Да, блять, повисни, ну! Могли сделать... Еще и того босса, который Black. И это будет, конечно, пипец. Тот, которого они выпилили уровень, но они же могли его вставить, этого босса. И я вот хрен знает, что будет дальше. Они же уже просто намекают на то, что, короче... Чекпоинтов не будет, похоже. Пока ты всех боссов не убьешь. Поэтому прям старайся. Да это еще что такое, блядь? Чего она возвращается-то? Слышь. Да ну что-то он какой-то, блядь, ебанутый этот босс. Ну реально, вот там и стой. Стреляй, стреляй.
сделать? Вот так сделать? Давай попробуем так. Может, так будет сильнее, да, может, я не знаю. Ну. Ну, как бы дамаж-то оно сильнее, да. Хрен, посмотрим сейчас. Хуйте, ну конечно, по 30 дамага. Это что было? Почему сейчас дамаг получил? Что случилось? Серьезно, по 40 даже? Что за бред? Охерительные своими здоровскими айфреймами. Ну, летишь? Чё тут? Не. КП? Можно запрыгнуть? Да, блядь, прыгни, ну. Да чё это такое-то? Что это за... Почему ты здесь не прыгаешь? Прям в определенном пикселе. Не хочет прыгать, и все. Хильтину. Беда. Так, ну чё там? Ну и чё ты меня куда ты? Куда? Верни меня назад. Да, блядь. Тупой босс. Окей, 141 хп. С лазером полегче. Получается. Ага. Только один хер долго убивает. Вот этих. Да, блядь, зацепись ты, ёбаный стыд! Чё ты делаешь? Какого... Ну давай, посмотрим, как долго он будет разлетаться. Да ну это пиздец, конечно. Сколько ты ему снимаешь-то? Сотку, что ли? Или две иногда. Когда он вот это пускает херню, ему прям дамажит вообще прям от души. Во, нормально, нормально. Ты можешь нормально... Да, блядь, кинь его куда-нибудь, ты ёб твою. Да, блядь, отъебись ты от меня, пожалуйста. Блядь, спустись. Псс. Охуеваю, конечно. Вон, раз.
Хорошо. Давай еще. Да ну не надо сюда запрыгивать-то, блядь. Пиздос. Бля, пожалуйста. Не надо. Какого хера? Да что происходит-то? Успокойся, блядь. Да какого, что это, блядь, за прыжки вообще? Прыжки, блядь, через всю локацию. Ты не охуел там, слышь? Давай, давай, последний удар. Да убей ты его, ёб твою, фу, блядь. Чекпоинт-то будет хотя бы. Или хилка, чего-нибудь. Потому что последнего, следующего я, блядь, не завалю вообще ни разу. Ой, мать, нет! Нахер мне патроны, мне хилка нужна, ты понимаешь, игра? Не надо, не надо. Блять, серьезно? 39 хп, да, я сейчас смогу, ага. Я его в этой версии первый раз вижу. Сейчас, блядь, прям с первого раза пройду, я, блядь, тебе отвечаю. Я настолько, блядь, серьезно, что просто пиздец. А он что-нибудь делать-то сегодня будет? Блять, пожалуйста, что ты творишь-то, блять? Что происходит? Не надо, пожалуйста. Нет! Блять, хуйло тупое, блять, что? Как ты, блядь, так сделал? Сука, все заново. Ну ты, блядь... Блядь, два огня, да охуеть вообще, блядь. Че мне с этим делать, блядь? Солить его, что ли? Пиздец. И такое оружие классное, блядь. Вот где мне теперь лазер взять? Без лазера тут хер пройдешь. А что если так? Ты же не будешь по экрану прыгать, если я рядом с тобой? Или будешь? Хм. Интересно. Интересно. Очень интересно. Ну ладно, пускай будет так. Не, ну конечно, обидно, блин. Так хорошо шел. Я бы его убил бы, блин, и будь у меня хп побольше. Но они, сука, это вот здорово сделали, блядь, хуй пойми каким.
какой хардкорщик? Откуда вы берете-то эту информацию? Ну. Просто, ну а смысл бросать игру, блин, когда вот, вот все уже. Две локации прошел и конец игры. Ну смысл. Ну придумайте, блядь, какой хардкорщик. Ты можешь зацепиться? Спасибо. О, блядь, боже мой. Отмазался. Это мое сугубо личное мнение. Бла-бла-бла. Смотри, как интересно получается. Лагает, что пиздос. Ну не начинай. Нет, это же херня полная, блядь. Как он начинает просто по всей локации скакать, блядь. Как сайгак. Иди нахер отсюда. Кстати говоря, кидать его весьма выгодно. Потому что, ну, что-то там порядка 300 снимает. Да, блять, ты что-то сделай, пожалуйста. Да ну опять начинается. Сдохни уже, ну. Как я на платформе оказался? Меня сейчас вот вопрос мучает. Я просто оказался на платформе. Так. Интересненько. Я бы взял на самом деле. Потому что лазер больше дамажит. Увлекательно. А что они его здесь таким ленивым сделали? Ой. Ну вот это что-то могло задамажить. Остальное что-то хер пойми. Куда ты, блядь, кидаешь-то, ну? Съебись! Блять, его дамажит? Нет, это я не понимаю. Ты, блять, хуйло. Да чё, какого хуй происходит-то, блять?
Давай ты не будешь, блядь, так прыгать, а ты, блядь, не будешь его швырять. Разошлись! Чё это за пиздец? Он, блядь, опять прыгнул, блядь, через всю локацию. Чё это за хуйня вообще? Блядь, вы издеваетесь надо мной, блядь, почему в игре паузы нет? Почему в игре нет паузы? Я пытаюсь паузу нажать, она не работает. Господи, меня сегодня, блядь, просто все хочет довести, блядь, до истерики, нахуй.